Привет, друзья! Меня зовут Александр Кузнецов, я демонстратор компании Makita. Сегодня я расскажу об аккумуляторном трехрежимном перфораторе Makita DHR-242. Инструмент работает от стандартного 18-вольтового литий-ионного аккумулятора платформы LXT, который подает более чем для 320 аккумуляторных инструментов Makita. Makita DHR-242 оснащен мощным бесщеточным двигателем, тип патрона под хвостовик SDS+. Максимальный диаметр бурения в бетоне 24 мм, сверление в дереве 27 мм и в стали 13 мм. Частота холостого хода от 0 до 950 оборотов в минуту, частота ударов от 0 до 4700 ударов в минуту. Сила удара 2 джоуля. Перфоратор оснащен сверхнадежной технологией X5, создающей дополнительную защиту инструмента от пыли и влаги. DHR-242 оснащен патроном под хвостовик SDS+, для быстрой и легкой установки и смены оснастки. Также имеются надежный и мощный бесщеточный двигатель, центр тяжести вблизи рукояти, электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов. Есть расцепляющая муфта для безопасности оператора, небольшие габариты, электрический тормоз и реверс для максимальной производительности и повышенной безопасности оператора. Реверсивный переключатель удобно расположен между большим и указательным пальцем и позволяет быстро включить режим реверса. Предусмотрена возможность установки независимых от пылесоса систем сбора пыли DX01 и DX06. Данная система оснащена HEPA-фильтром. Это специальный тип фильтра тонкой очистки, который очищает воздух от самых мельчайших частиц пыли и загрязнений. Перфоратор имеет схему защиты аккумулятора Star Protection от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. На аккумуляторах установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние батареи, анализирует температуру, силу тока и предотвращает полный разряд, который пагубно влияет на состояние аккумулятора. Инструмент предназначен для ударного сверления кирпича, бетона, камня, а также для выполнения долбежных работ. Он также подойдет для безударного сверления дерева, металла, керамики и пластмассы. DHR-242Z поставляется в картонной коробке с дополнительной антивибрационной рукояткой и ограничителем глубины. Зарядные устройства и батареи не входят в комплект, их вы можете приобрести отдельно. Например, набор из фирменного кейса MacPack, быстрого зарядного устройства и двух 5-амперных батарей. Важное замечание! Если у вас уже есть инструмент Makita в полной комплектации с аккумуляторами и зарядным устройством, вы можете существенно сэкономить на их приобретении в дальнейшем, потому что наши аккумуляторы и зарядные устройства совместимы со всей линейкой 18-вольтового инструмента Makita. Компактный эргономичный дизайн длиной всего 328 мм, легкий вес для снижения утомляемости оператора и продолжительности работы. Дополнительная антивибрационная рукоять в комплекте, подпружиненная посадочная под аккумулятор, удобная прорезиненная рукоятка. Вес инструмента со стандартной 5-амперной батареей составляет всего 3,6 кг. Ну что, теперь предлагаю проверить наш инструмент в деле. Подведем итоги. Аккумуляторный трехрежимный перфоратор Makita DHR-242 – это мощный, компактный и эргономичный инструмент, который может работать в любых погодных условиях – под дождем, снегом и в запыленных помещениях. Также он подойдет для работы по чистовой отделке, благодаря возможности установки активной системы пылеудаления. Он станет незаменимым помощником при монтажных работах любой сложности и будет верным и надежным спутником для настоящих профи. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.